Человек всегда стремился к совершенствованию своей деятельности. Он нашел возможность сделать свои изделия прочными и надежными, добился, чтобы они служили долго. В природе всегда шла борьба за выживание, в которой побеждал сильнейший. Человек был вынужден защищать себя и свою семью. Он шагнул дальше и начал преодолевать пространство, что приносило ему новый опыт и знания. Появились люди, которые стали собирать и накапливать информацию, добывать новые знания и заставлять их работать для улучшения жизни человечества. Прогресс, технологии, движение вперед, стремление достичь вершины, совершить прорыв. Начиная задолго до наступления нашей эры, наука давала человеку возможность познать, найти, создать. Создать то, что позволит двигаться вперед, идти дальше, стремиться к большему. Сегодня от паровой машины мы пришли к мощным технологиям, которые делают нашу жизнь далекой от рутины, направляя нас к постижению путей развития и процветания. Дерзать во славу, верить в человеческий разум. Так завещал нам Михаил Васильевич Ломоносов. Человек, достигший своих целей, несмотря на все препятствия. Человек, олицетворяющий собой российскую науку. Человек, произнесший слова «Богатство России Сибирью прирастать будет». Сибирью, где сосредоточены огромные ресурсы. Сибирью, где люди смотрят в будущее, не боясь нового. Сибирью, где успех в бизнесе во многом зависит от стремления к развитию. Содействовать развитию своих заказчиков, их процветанию, такую цель ставит себе компания «Ланит Сибирь». Мы внедряем прогрессивные информационные технологии управления бизнесом, чтобы вы могли идти в ногу со временем, быть на шаг впереди конкурентов, владея эффективным инструментом для принятия верных решений. Современные условия не дают права на ошибку. Вы должны четко ориентироваться в пространстве и реагировать на возникающие изменения. Для этого вам необходимо владеть точной, оперативной информацией обо всех аспектах вашего бизнеса. Достичь этого вам помогут решения компании «Ланит Сибирь». На базе продуктов Microsoft Business Solution Axapta, Microsoft Business Solution Navision, Hyperion Pillar. Эти высокотехнологичные системы вобрали в себя последние достижения и разработки в области управления. Мы воплощаем заложенные в этих системах управленческие технологии в жизнь, чтобы вы могли получить новые конкурентные преимущества и сосредоточиться на реализации ваших планов. Внедрение этих систем на ряде крупных предприятий Сибири и Дальнего Востока позволило нам наработать опыт и создать сплоченную команду специалистов, квалификация которых подтверждена международными сертификатами. Мы гордимся проделанной работой и говорим, что мы – это наши проекты. Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», выпускающая знаменитые вертолеты «Черная акула» и ракетную технику, компания «Инмарко», один из российских лидеров по производству мороженого, «Восток Газпром», «Алтай Агропромснаб», «Алтай Кокс», «Рики» – эти предприятия признали опыт и профессионализм «Ланит Сибири», доверив нам внедрение системы «Аксапта». Наши основные принципы – открытость, направленность на конкретный результат и практическое применение научных методик управления. Следуя этим принципам, мы возводим богатый опыт в ранг подлинных ценностей, позволяющих нам достичь вершин в области автоматизации предприятий.